Возможно ли сделать так, чтобы было на карте два Доктор Дума одновременно? Правда ли можно попасть к голове Галактуса в самый упор? И действительно ли существует секретная машина под картой, которая заставляет подниматься игрока в небо? Как дела, народ? Тут такое творится, что пиво текет рекой, игрокам в кустах больше не спрятаться, а Галактуса барьеры уже не спасают. Тебя подписка, а с меня контент. Погнали! Когда мне кидают ролики на проверку, в основном получается так, что они постановы. Первые моменты, когда я оценил этот ролик, я тоже так подумал. Но давайте же глянем, что тут творится. Обычное ломание туалета и съеденная гравиника заставляет переместиться меня в центр и подниматься к небу. What? После просмотренного я скажу так, игра меня не перестает удивлять. Единственное, почему я верю, что это не фейк, потому что это сильно сложно для монтажа. Но почему это работает и куда можно добраться, давайте смотреть. Во-первых, если пойти не по тем правилам, которые в ролике, а пойти по моим правилам, то можно сломать этот баг. Если забиться гравитоником даже до того, как ты сломаешь туалет, то можно застрять вот так вот в текстурках. Ну а что самое удивительное, бывает можно не просто застрять в текстурках, а найти еще машину. И кстати, даже в таком случае она помогает выбраться из данной ситуации. Когда ты в нее садишься, она тебя сразу проталкивает в нормальные текстуры, но к сожалению мы оказываемся в камне. Но он тоже преодолимый, даже оттуда можно выйти и без машины. Только вот конечно вопрос, а почему она здесь находится? Неужели это какой-то искусственный баг? Если же в этом баге чуть-чуть замешкаться и войти в туалет поздно, то он работать тоже не будет. Поэтому для выполнения бага у вас есть всего лишь пару секунд. По факту этот баг можно делать что с гравитоником, что с гравиникой, главное делать все по порядку. Только с гравитоником будь аккуратнее, у его разливов нет предела. Тот как-то эпики не экономит свои напитки и случился такой баг. Когда ты достигаешь высоты 8-10 тысяч метров, долететь можно куда угодно. Будь это стартовый остров или даже голова Галактуса, главное запастись большим количеством хила. Я набрал столько хила, что можно было пережить много бурь, но штурмовая болезнь все равно задушила. Если говорить про голову Галактуса, то тут тоже надо быть немножко аккуратнее. Потому что если зайти к этой голове немножко сбоку, то она тебя кильнет. А кильнет не голова, а киллзона. К счастью, голова пока еще не может уничтожать. Поэтому если подлететь сверху или даже пролететь за голову Галактуса, то там к ней можно провалиться. Будете, конечно, не в самом упоре, но будете наблюдать с самого близкого расстояния. Плюсов у этого нет, но контент сделать можно. Скажу одно, что эта неделя была очень сломанная. Багов было куча, и был еще один интересный момент, связанный с отправкой в космос. Давайте глянем. Да, это та самая легендарная кузница, когда благодаря интернету мы тоже взлетали в небо. Ну а тут уже перчатки пантеры и какой-то определенный пиксель. Причем, наверное, эта постройка стоит тоже не просто так. Поэтому нахожу перчатки и отправляюсь на проверку. Попыток было сделано куча, и прям в последний момент я уже потерял любую веру в то, что я смогу сделать этот баг. От моего потного пиксельного задротства даже успел почернеть каменная постройка. Но все же на последней попытке я взлетел. Причем взлетел так мощно, что уже увидел не черную каменную постройку, а черное небо. Ну или все же космос. На удивление, такая высота не убивает. И о каком-то занятии топ-1 из того, что вы находитесь очень высоко, вы можете забыть. Потому что, несмотря на космическую высоту, зона здесь тоже берет. В один момент я решил попробовать вниз просто пикировать, и мой спуск составил больше 10 минут. Сам момент пружинки работает тоже по-разному. Может запульнуть прям в космос, а может закинуть на метров 10-20. Штука нестабильная, сразу каких-то грандиозных результатов ожидать, думаю, не стоит. Ну и давайте же пробежимся по интересным экспериментам, которые вы писали в комментариях. И первая идея звучит так. Если попробовать взять перчатки пантеры и постараться уничтожить думбота, то он тебя даже не сможет ни разу ударить. Вообще звучит интересно, в особенности, когда в прошлых сезонах любили багать боссов, чтобы они были беззащитными. Но тут как бы даже не надо багать, просто взял перчатки и молоти. Поэтому нахожу реквизит и отправляюсь к думботу.
Как бы Doom ни крутился, но он действительно в меня не может попасть. Хотя, как это можно назвать попаданием, когда он вообще не может ни ударить, ни стрельнуть? Но тоже бывает исключение, когда он убирает пистолет и берет свои перчатки, то он в теории может разбагаться. Но происхождение самого бага очень простое. Когда мы бьем перчатками, они постоянно аимятся на врага. И тем самым мы магнитимся настолько близко к врагу, что он не может нас ударить. Даже если провести аналогичный эксперимент с обычным бегом бота, то это уже не сработает. И многие могут подумать, что атака перчатки сбивает атаку Дума. Это совершенно не так. Потому что после ряда атак я могу стоять рядом с Думботом, и он меня не будет совершенно трогать. Так что, кто хочет разобраться безболезненно, темка рабочая. Перчатки Тони Старка. Это действительно гениальная разработка, особенно в мире Фортнайта. Задали мне, значит, такой вопрос. А помнишь, ты проводил с Аймом Воителей кустами один эксперимент, где пытался заставить пушку найти игрока в кустах. А в этот раз попробуй сделать то же самое, но с перчатками Тони Старка. Если вспомнить тот самый эксперимент, то Аймная пушка там не справилась. От Аймной пушки можно вообще спрятаться за щитом Кэпа. Конечно, временно, но все же можно. Давайте же посмотрим, чей Аим лучше, Воителя или же Тони Старка. Для лучшего сравнения я сразу взял арсенал Воителя и эти же перчатки Старка. И как бы я ни старался, но Воитель с этим не справился, зато перчатки Тони всех увидели. Причем, если ты даже спрячешься за щитом, то это тоже тебе не поможет. Поэтому теперь кустовых кемперов распознать можно очень легко. Раз у Старка такие крутые технологии, то что он скажет на другой эксперимент? Раз ты тестил способность Дума на пробитие щита сферы, то глянь луч Старка. Будет так же или нет? Вообще звучит интересно. Эпики поменяли что-то в этих способностях или оставили все одинаково? Не буду затягивать, погнали к тесту. Скажу так, что тут способность полная противоположность способности Дума. Если Дум пробивал щит, то он не пробивал сферу. А тут Старк пробивает сферу, но он не пробивает щит. Возможно, со Старком я еще соглашусь, но почему луч Дума не смог пробить сферу, вот это вопрос. Потому что я думал, она будет намного сильнее. Если же сделать такой эксперимент, где стоят два игрока друг за другом, а перед ними стоит бронесфера, то луч пробьет две стенки бронесферы и двух игроков. Но в тот же момент, если с этого луча выстрелить в бронестенку, он ее не пробьет и даже не сломает. Придраться тут вроде все равно не к чему, но работает вот так. А ты видел эту легендарную эмоцию, а музыку вообще слышал? Ты ее тоже можешь купить, так как вы баксы можешь купить у меня в боте. Можно купить, а можно получить на халяву, решать только тебе. Подписота врать не будет, магаз работает безотказно. Залетай по ссылке. Также в комментариях часто мелькала одна интересная идейка, связанная с капсулой Старка. Где вообще нас спрашивали, а что же будет, если упасть с высоты на капсулу Старка? Ты откинешься как герой или продолжишь катку, как ни в чем не бывало. Вообще сама капсула и площадка капсулы очень странная. Площадка очень жадная и ест не только машин, но и игроков. Если ты проедешься по этой площадке на машине, то ничего не будет, но если упадешь с высоты, то уже можешь искать новое лобби. Осадочек немножко есть, потому что так многие откисали. Ну а саму капсулу в прошлом ролике я смог пролететь насквозь. В этом же уже так не получится. Но что ж получится, если на эту капсулу спрыгнуть с большой высоты? Давайте смотреть. Если уж присмотреться очень внимательно, то эта капсула не так уж и проста. Она может быть в двух состояниях, состоянии анимации и дефолтного состояния. Когда длится анимация, то можно прыгать сколько угодно, но как только она заканчивается, если ты упадешь с высоты, ты трупешник. Так что прыгать с высоты тоже надо уметь. Ну и наконец, еще один интересный вопрос, который обязательно требует ответа. Как это возможно ли сделать на карте 2 Дума? Кто часто смотрит мои ролики, то те в курсе, как мы из сокровищ делали кучу сокровищ. Просто подходили, облепляли со всех сторон контейнер и нажимали открыть. Таким способом из пару схронов мы делали целых 10. Но смогут ли два простых игрока сделать 2 Дума одновременно? Для этого нам понадобится остров, у которого на данный момент выпадение 12%. Ну и самое главное, когда мы захватим этот круг, то даст ли игра возможность захватить двум игрокам этот котел? Всего лишь простое нажатие кнопки Е двум игрокам. Шансов будет мало, потому что остров выпадает очень редко, особенно в моем случае. Поэтому давайте проверять.
За целый вечер мы смогли поймать остров всего лишь 2 раза. Казалось бы, были очень близки, но все же немножко не хватало. Каждый раз кто-то, но все же нажимал быстрее кнопку Е, и поэтому у нас получался всего лишь 1 дум. Поэтому прямо сейчас предлагаю, что же можно придумать в этой ситуации, я обязательно гляну. Пока что 2 дума не получилось, но это пока что. А на этом у меня все. С вами, как обычно, был я, Макс. Всем пока.